Всем добрый день, друзья мои. Итак, сегодня у нас на обзоре телефон от компании Alcatel VP9. Позиционируется как водоударный, защищенно пылевлагостойкий телефон. Между прочим, бюджетный. Не так дорого будет стоить на старте продаж. А старт продаж у нас будет, когда вы это видео увидите, 2 июня по 9. На старте продаж он заявлен, данный телефон, по цене $159.99, что на наши рубли примерно около 12 тысяч рублей. Плюс-минус, одно зависит от вендоров и от магазинов, сколько накрутят. Чем данный телефон интересен? Вообще, на данном телефоне батарея, друзья мои, 8000 мАч, что гарантирует вам 3 дня смело в походах, без зарядки, без всего, пользоваться телефоном, фотографировать, снимать видео. Сейчас мы, между прочим, это проверим, как он снимает видео. Болезнь у данных телефонов водозащищенных — нету стабилизации видео. Ждем, когда добавят хорошую стабилизацию, сделают камеру, тогда отлично. Фотографии претензий нету у всех водозащищенных телефонов, которые нам присылают на обзор. Соответственно, ну, с ним претензий особо к фотографии нету. Камеры хорошие, но с видео на программном уровне надо поработать. Стабилизация, конечно, у этого проверим. Данный телефон 8000 мАч. Дальше у него 6 гигабайт встроенной памяти. 6 гигабайт. Плюс 128 флеш-накопитель. Что перекрывает все потребности, я считаю, для видео, фото, приложений, всего. Можно поставить флешку. Две сим-карты на данном телефоне. Сенсор отпечатков пальцев. NFS есть. Что немаловажно, бесконтактные платежи. Сам пользуюсь, очень удобно на телефонах. Ну вот, и цена. Телефон такой брутальный, стильненький, хороший. Будет у них розыгрыш, попросили озвучить, чуть не забыл. Первые 300 человек, кто закажет данный телефон, получат бесплатно наушники в придачу к данному телефону. Розыгрыш у них состоится 4 июня, старт продаж начнется 2, розыгрыш 4 июня по тихоокеанскому времени у них на сайте. Ссылочку оставлю в описании, как обычно. Ну и, соответственно, на телефон оставлю ссылочку в описании. Удачи всем в выигрыше, кто будет покупать данный телефон. Давайте сейчас что сделаем? Сразу же быстренько его распечатаем, посмотрим, пробежимся там комплектацию и немножечко его потестируем, в воду бросим. Может, на квадроцикле мы проедем. Но во влагозащищенности данных телефонов сомневаться не стоит. Потому что, ну, они действительно телефоны для пожарных, путешественников, у которых у меня ребята данные телефоны заказывают, которые работают на металлорезке. От них, от болгарки, они металл режут. У обыкновенных телефонов забивают динамики здесь. Они берут защищенные телефоны. Просят, у меня даже там очередь стоит, говорит, будет, Дима, телефон, если на обзоре, продаем. Ну, у нас здесь и есть такие предприятия, которые там пыльные. В пыли в их защищенных работают телефоны, нареканий нету. Все, ну, соответственно, если сами его не убьете. Все, погнали, распакуем. Распечатаем, смотрим, что внутри. Макулатура на нескольких языках, гарантийные талоны, кабель USB Type-C, зарядное устройство, Fast Charger, быстрая зарядка поддерживается у данного модуля, 12 вольт 2 ампера, 5, 7 и 9 вольт, скрепка. Что мы видим по самому телефону, если вам видно? Камера у нас фронтальная 8 мегапикселей, задняя 16 сдвоенная. Здесь у нас видим три камеры, сенсор отпечатков пальцев. Между прочим, он не такой большой, чуть-чуть толстоватый. Ну, сейчас мы пробежимся быстренько. Три камеры, да? Что нам заявляет производитель? 8-ядерный процессор, 6 гигабайт встроенной памяти. И 128 внутренний накопитель. Дисплей 19:9, 5,68, 6 дюймов почти. Батарея 8000 мАч батареи. Быстрая зарядка 18 Вт чарджинг.
Android 10, сенсор отпечатков пальцев, распознавание лица. Ну и остальное следующее. Снимаем. Что с основному смартфону? Прорезиненный корпус, видим. Дальше здесь у нас джек наушников 3,5 мм на заглушке. С правой стороны у нас качельки громкости, качелька включения. Снизу видим заглушку для зарядки, USB Type-C, для таймляка, петелька, динамик 1, 2 отсутствует. С этой стороны у нас видим кнопочку SOS. Здесь у нас видим многофункциональная клавиша. Назначать можно разные клавиши. Ой, разные приложения на данный телефон. Лоток для двух сим-карт. Посмотрим, две сим-карты или можно будет только по одной ставить. Да, или две нано сим-карты, или одну сим-карту, и еще можно флеш-накопитель поставить. Сразу две сим-карты и флешку. Ну, в принципе, правильное решение, потому что 128 вам за глаза хватит. Что мы видим? Пробежимся по пунктам меню. Видим, что рабочий стол вынесен. Ну, меню и рабочий стол одно и то же. Самой функции меню как таковой в данном телефоне нету. Если кому так неудобно пользоваться телефоном, то придется ставить сторонний лаунчер. Все сервисы Google предустановлены, видим. Также есть определенные фишки для данного защищенного смартфона. Угломеры, сигналомеры и все фонарики. Фонарик довольно яркий, видим. Фотоспышка, видим, какая длинная. Интересная. Еще есть также радиофункция. Диктофоны и все. Заходим в настроечки. Что смотрим? Так, сразу же бросается в глаза, что если когда мы настраиваем главный экран, некоторые пункты меню не переведены. Темную тему сразу же включим. Так, наверное, поудобнее будет, да? Ну да, некоторые моменты не переведены. Кнопку выключим. Система. Жесты, язык, ввод, дата, время, дополнительные настройки пользователя. Версия Android видим 10.0. Все стандартно. Все замечательно. Вот такой телефончик. Давайте его протестируем. Видим, что есть NFS. Можно бесконтактная оплата проводить. Так он такой вот брутальный. Стильненький, конечно, здесь все сделано красиво. Здесь приятный софт-тач, иконка Alcatel'а. Ну, такой замечательный телефончик. Из-за батареи немножко чуть-чуть толстоват. Для путешественников, пожарных. Ну, кто в экстремальных условиях работает, воды, пыли, грязи не боится, ударов тоже. Вот такая комплектация у данного телефончика. Сейчас мы что сделаем? Сейчас на него немножко пофотографируем. И поснимаем видео. И покажу вам качество данной камеры. Как заявлено, 16 пикселей, 8 фронтальная. Ну, вставлю видеоряд сюда. Ну и посмотрим, как видео пишет. Настройки все будут с коробочек. Заморачиваться с настройками не буду. Погнали, смотрим. Сейчас вы видели примеры фото. Сейчас мы примеры видео тоже сделаем. Сегодня пасмурно, конечно, у нас. Лучше бы в такие дни солнечные. Но зато увидите, вытягивает камера, не вытягивает. Но по виду, что она нормальная, стабилизация и все, макросъемочка здесь, все четенько есть. Сейчас видео посмотрим, как снимает. Погнали.
Итак, тесты видео. Поставил 1080p. Качество видео. Смотрим, как снимает. В пасмурный, холодный день. Ветер сегодня у нас сильный. Приехали мы на живописную природу. Нажал на экран сейчас. Сразу же она экспозицию выставила. Такое здесь местечко интересное. Давайте попробуем стабилизацией прогуляться. Как телефон у нас стабилизирует. Она что, не справляется немножечко. Все выставлено на автомате. Все замечательно. Вот такие у нас примеры видео. Вот такое качество видео, сами видели. Ну, на телефоне вроде хорошо, но на компьютере непонятно будет. Посмотрим. Сейчас мы едем, что, утопим ее? Где-то здесь ручей бежит. Бросим ее в ручеек, посмотрим водонепроницаемость. Ну, которой, конечно, не сомневаюсь. Но все же, погнали. Сейчас мы воду затопим. Если будете окунать воду, не забывайте заглушечки. Видим, что телефончик работает. Все замечательно. Здесь у нас рисунки, что воды он не боится. И все. Кладем его в ручей Поповка. Оп. Оп-оп. Ну и все. Видим, если вы в ручей, когда перебираетесь через ручей, его уроните. Случайно он выпадет у вас из кармана. В лужу, в ручей. Ничего ему не страшно. Будет лежать. Заявлен производителем, что там до 30 метров вроде. На полчаса можно погружать. По военным стандартам, американским каким-то. Все у них соблюдено. Ну, я думаю, я не знаю, топить есть, смысл нету. Воды они не боятся, данные телефончики. Все четенько работает. Замечательно. Так что можете смело покупать. И не бояться, что... Ну, что его сломаете или в воде. Вот такие дела. А мы идем дальше. Итак, друзья мои, сегодня вот такой у нас телефончик на обзоре был предоставлен любезно компанией Alcatel PV9. Напомню, что старт продаж 2 числа, когда вы это видео смотрите. Ссылочку оставлю в описании. Первые 300 человек, которые закажут, будет среди них розыгрыш. Ну, и получат наушники бесплатно данному телефону. Будет в 4 числа розыгрыш по тихоокеанскому времени. Ссылочка тоже на сайт оставится в описании. Телефон нормальный. Качество видео сами видели, качество фото видели. Делайте выводы, кому зайдет, кому не зайдет. Мне телефон понравился. Такой он специфичный, конечно, телефончик. Каждый день носить, ну, не знаю, на любителя. Тяжеловат, я привык к тоненьким маленьким телефонам. Для себя взял бы я такой телефон. В УАЗик бы взял, на КОБ бы обязательно взял. Карты, навигация, все есть, что есть, требуется. Для повседневной работы, если я не работаю на сложном производстве, там ни пожарник, ни МЧС, еще кто-то, конечно, был бы у меня как второй телефон. Две симочки, пожалуйста. Все четенько. Ссылочки все оставлю в описании. Погода сегодня нас подкачала. Холодно, блин. Хотя и лето. Лайки, комментарии. Спасибо производителю за предоставленный телефончик. А мы продолжаем снимать и радовать вас новыми видео. Всем пока, удачи. Увидимся.